Ник Нива. Люди навстречу людям. В среду в Самарской области облачно, местами пройдет дождь, днем плюс 17, плюс 19, ночью 8-10, выше 0, ветер юго-западный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 18, в темное время суток плюс 10, юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, кратковременный дождь, днем плюс 17, ночью 9, тепла, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 16, ночью 8 с плюсом, западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Здравствуйте, вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нейва. Люди навстречу людям.